понедельник, 28 февраля, в Припяти, в Гомельской области, начались переговоры членов делегации России и Украины. В то же время одна из тем, которая беспокоит общество нашей страны, это участие белорусских солдат в конфликте в Украине. Я утверждаю, что ни один солдат не воюет на территории другого государства, в том числе и Украине. Все находятся на своих местах, все служат так, как всегда, как обычно. Поэтому мы понимаем обеспокоенность матерей, потому что мы и сами, и матери, и бабушки, и мы понимаем, как тяжело, когда ребенок находится на расстоянии, не рядом с тобой. Но никакой угрозы для жизни ваших детей нет.